Меня зовут Максим Броневский. По профессии я инженер, физик. Уже очень давно исследую различные аномальные явления, в том числе в области экологии, биоэнергетики, различных энергетических процессов, происходящих в мироздании. И 5 ноября я выступлю с докладом на конференции «Непознанное» на тему нейтрализация глобальной термоядерной войны внеземными цивилизациями, курирующими Землю. Я считаю, что данная тема очень актуальна в нынешних событиях, которые происходят в данный период времени, потому что ситуация достаточно сложная геополитическая. Мы не знаем, как она дальше будет складываться, и необходимо просчитывать какие-то альтернативные варианты развития событий, в том числе и в виде термоядерных ударов. И здесь я бы хотел раскрыть эту тему. Может быть, будут люди непосвященные. Кто и каким образом все-таки сдерживает угрозу глобальной термоядерной войны на Земле. Вот, собственно, это тема моего основного доклада. Благодарю за внимание.